Каска штандащик Кан, и вот попала во все новостные паблики. Я настолько, наверное, старая, что я помню только слова старого гимна. А вы есть старый гимн? Ну как, ну первый гимн. Союз нерушимых республик свободы. Там-там-там. Угу. Поезд Казан-Уфа, которого нет. Китэ, умбишься гэта, это бельдеру? Это бельдеру. Эйда подкаст. Учим татарский. Дуслар, всем привет, и сянемся, это Айда подкаст, меня зовут Айнуру, и я учу татарский. Меня зовут Римма, и я учу татарскому. В нашем подкасте мы изучаем татарский по новостям, песням и мемам. И первая рубрика – мы учим татарский по новостям. Новости мы читаем на сайте Азатлык Радиоса. Айнур, первая новость. Жирше Гульназ Асаевана сяхняге ощук киеме блян шыккан үшін Ольга Бузова блян шоғыштыралар. Так, ну давай сразу попробую перевести. Жирше Гульназ Асаевана. Жирше – певица. Гульназ Асаевана – это как бы вот Гульназ Асаеву. Сяхняге – на сцену. Сяхняя сцена. Ощук киеме блян. Ощук киеме – это открытая одежда с открытой одеждой. Шиканушин, за то, что вышло. Ольга Бузова, блин, щегыштыралар. Ну, я вот не знаю слово щегыштыралар, но это, видимо, сравнивают. Сравнивают с Ольгой Бузовой за то, что она вышла на сцену в открытой одежде. Да, правильно. Певицу Гульназ Асаеву сравнивают с Ольгой Бузовой за то, что она вышла на сцену в открытой одежде. Ну, во-первых, стоит сказать, что хорошо, что сравнивают с Ольгой Бузовой не за талант, не за пение, не за вокальные данные, а именно за то, что вышла с открытой одеждой. Но я, если честно, вообще не вижу проблемы. То есть я видел, что это прям новость, она тиражируется, и, насколько я понял, она просто вышла в коротких шортах. Да. И глубокое декольте. Угу. Шорты как на татарском сказать? Ты представляешь, в татарском языке нет слова шорты. Шорты. А что есть? Штан? Штан. Каска штан. Каска штандащик кан, и вот попала во все новостные паблики. Окей. Новость вторая. Икенче яңалык. Юлия Навальнаяның Русия деколонизации турында белдіруі. А халықлар нинди фикірді? Тоже давай переведу этот заголовок. Юлия Навальнаяның Русия деколонизации с турында. Юлия Навальнаяның, это Юлия Навальный, Русия деколонизация, про деколонизацию России, турында про Бельдеру, ну, типа, ну, осведомление. Она как бы кого-то осведомляет, будто бы, да? Объявление. Бельдеру — это объявление? Да. А, объявление, окей. Сообщение. А, то есть, вот в вокзалах, когда говорят, что там там-там-там, угу. Поезд Казан-Уфа, которого нет, Китэ, умбишься, говорят, это Бельдеру? А, это Бельдеру. Окей. А следующая, вторая часть этого заголовка. А холоклар нинди фикерде. То есть холоклар. Вот тут тоже непонятный контекст. Народы, то есть спросили там саха, тотарлар, башкортлар, или просто типа в контексте люди. А что думают люди? Нинди фикерде. Какой, вот нинди фикерде тоже, да, интересно, какой мысли? Фикер это мысль, а нинди это... Или что за мысль? Что думают? Ну, я понимаю, что думают, но дословно, типа нинди фикерде. Да. Угу. Так что значит холоклар? Народы или народы? Просто... Народы, да. Потому что у представителей народов России возникли вопросы уже к Юлии Навальной. Об этом и новость. Ладно, перейдем к третьей новости, не менее важной. Казанда заманында юкка шыға язған ак мәшетке ярымай куилды. Тоже попытаюсь перевести. Казанда, в Казани, заманында, то есть в какое-то время, заман это время, да, еще эпоха может быть, юкка шыға язған. Юка щега это как бы исчезнуть. Uh-huh. Йозган, ну, типа, почти исчезнувший. Вообще интересная конструкция, конечно. Юка щега йозган. Я думаю, сейчас ты прокомментируешь. Ок мешитке на белую мечеть. Йорам ой куилда. Йорам ой это полумесяц, куилда был поставлен. Вот можешь сказать еще раз? Юка щега йозган. Да, почти исчезнувшему. Чуть ли не исчезнувшей мечети. А про что новость, ты знаешь? Ну, видимо, есть ок мечеть. Да, он, по-моему, в Новотатарской Слободе, если я не ошибаюсь. И вот она была всегда в плохом состоянии, но сейчас и на нее поставили полумесяц. А ты знаешь историю этой мечети?
Я не знаю, но могу прочитать прямо из новостей самой. Вот давай я попробую это сделать. Окмашет. Бирмин сигиз юз бринше бирмин сигиз юз бишенше иларда Козанның яңа бистесінде түзілі. Белая мечеть была построена в такие-то года в Ново-Татарской Слободе. Слобода — это бисте. Бина урта ғосыр болғар татар холок архитектурысы, классицизм архитектурысы элементлары кулланып салынған. Бина здания. Урта ғосыр средневековой болгар татар татарский народный архитектуре в стиле классицизм. Но с этим, с элементами татарской народной и болгарской народной средневековой классической архитектурном стиле, вот как-то он кулланып солынган, использован, да? Используя. Солынган, ну, как бы положен, но построен в контексте. Построен, да. Да. Совет хакимиэте, бирмин тугыз юзигирмин тугызын шиил, да, мэшит не ёба. Советские власти в 1929 году закрывают мечеть. Бирмин тугыз юзигирмин тугызын шиил, да, мэшит муанарасы сүтті полына. В 1930 году минарет мечети сүтіп олына, ну, разобран. Да. Сүтіп разобрав, забирают. Зоманында мында мәктеп, онан мех бірләшмәсінің цехлары болды. Здесь в свое время здесь была школа. Мында здесь мәктеп школа. Онан после. Мех. Татар нет слова мех. Нет, ни шорт, ни мех. Ну, ничего, ребята. Ну... Меховый шорт тем более. Мех бирляшмесени цехлар, но были какие-то цеха, а бирляшмесени мех бирляшмес это объединение. А меховое объединение. Да. А, окей. Ну вот так. Ну хорошо, классно поставили полумесяц. Вообще, кстати, ярым ой, это же прям дословный перевод, да, полумесяц. Да. Но ставить-то вот такую как бы такой месяц, он не прям уж половина месяца. И как он называется? Просто одну восьмой месяц. Сигизденбер ой. Сигизденбер ой, кстати, звучит вообще круто. Сигизденбер ой. Предлагаю пользоваться вот так. Да. Тут два раза встречается, да, слово заманында. Да. В свое время. И вот вызвало некоторую сложность длинное такое предложение, которое описывает, в каком стиле построена была мечеть, но Айнур практически справился. Практически. Почти. Бина урта ғасыр болғар татар халық архитектурасы, классицизм архитектурасы элементлары қолданып салынған. Урта ғасыр болғар татар халық архитектурасы, то есть это про две разные архитектуры, болгарская и татарская архитектура народная и классическая архитектура. Ну что ж, перейдем к следующей рубрике, она называется «Окей, Римма». А здесь я спрашиваю какие-то вопросы, задаю Римме, то, что вот я встречал на просторах Татнета и вот что-то не понял. Я встретил такой мем. Там ребята, Марат Плутник, еще какие-то татарские блогеры, они говорят такую фразу. Не мешай, а. Татарстане не говорят, не мешайте. Татарстане говорят, баха, бутон, кастарма. Дословно я понимаю, что типа бока это лягушка, бутон, нога. Ояк есть вот нога, есть бот, да? На кастарма не как бы засовывай. Кастарга это вот, ну, дверью прищемить, да, например, палец. Кастарга. Угу. Ну, объясняй. Что это значит? Объясняю. Полная фраза звучит от дағалағанда бақа бұтын қыстырма. От дағалағанда. Лошадь, когда молишься с лошадью, на лошадь, про лошадь. Нет, не дуга, а дага. Дага. Нет, даже не знаю, даже нету идей дуга. Дага — это подкова. А, когда подковываешь лошадь. Да. Не засовывай туда этот... Лапу лягушки. Да, лягушачью лапу. Или пусть там лягушка не засовывает свою эту лапу туда, свое бедро. Вот это бедро. То есть образно это значит, люди тут чем-то заняты, а ты тут со своим, то, что здесь сейчас не актуально. То есть мы сейчас записываем подкаст, и кто-то ходит нас отвлекать во время, мы говорим, бота, бока, бутон, кастермейнда, типа. Да. Если он подходит с другой идеей, то есть, которая сейчас для нас вообще не нужна, не актуальна. Все, понял. Говорим, бока, бутон, кастерма. Вышла песня рэперов Хусик, Шам Адель, и певицы Адели Абадели. Кунгельля. Там есть такой припев. Это ремикс старой песни, ты ее наверняка помнишь. Кунгельяр тобышты, кунгельяр ковышты, кунгельяр мэнгэгэ кушылар. Вот, если честно, мне очень тяжело понять смысл.
кунгелер тобушта, как бы нашлись. Кунгелер ковушта, ковуш это... Ковушла это соединиться. Соединились. Кунгель здесь в этом контексте, это, видимо, душа, да? Да. Души нашлись, да. Души присоединились. Кунгелер, мягага, кушалар. Да. И опять кушалар присоединились. Мягага это навеки. Угу. И снова навеки присоединяться, что... Ну, да. Объясни, пожалуйста, построчно, если можно. Ну, первую строчку ты уже правильно перевел. Кунгелер тобушта, души нашли друг друга, нашлись. А кунгелер ковушта, соединились. Ковушарга это обычно про встречу после долгой разлуки. Угу. Или про встречу возлюбленных, когда они находят друг друга. Можно найти и безответно любить, а тут про обоюдную любовь, то, что они соединились. Например, человеку можно сделать предложение, сказать, Минсини Блянка у Шаргатели, то есть создать с тобой семью. То есть тут такой красивый смысл каушарга. А чем отличается от кушаларга? Кушаларга там более такое универсальное значение, такое нейтральное. То а есть... тебе, вот как носителю татарского кунгаляр ковушта, кунгаляр кушалар, не звучит как масло масляное? Нет, не звучит. Потому что. Потому что мэнгэгэ кушалар, кунгэлэр кушта. Ну окей, они там встретились, соединились. А потом она еще добивает тем, что говорит мэнгэгэ. А можно было повторить мэнгэгэ кушар. А тут она еще говорит просто синонимом кушалар. Я эту песню, кстати, знаю с детства. Потому что Гульнара Тимирзянова пела. Певица. Потому что. А вот если бы пела Ольга Бузова, ты бы не знала. Ты... Или Гульнас Асаева. Ну, Гульназа Саева, может быть, я и знала. Окей, Римма, следующий вопрос. Недавно был День суверенитета Татарстана. И у нас есть у Татарстана гимн. И вот там вот всего 8 строчек на татарском, 8 строчек на русском, но там есть 2 сложные строчки, которые я хотел бы попросить тебя разобрать. Звучат они так. Куб госрлар кишкен шол торихлы донлы илим узин бир достан. Вот давай попробуем разобрать. Куб госрлар много веков. Кишкен шол торихлы донлы илим. Кишкен шол. Шол это седина. Да. Я тут задумалась, потому что я не помню такие строчки из гимна. Я настолько, наверное... Старое, что я помню только слова старого гимна. А вы есть старый гимн? Ну как, ну первый гимн. Союз нерушимых республик свободных, ты вот про этот гимн? Йок. Туган ягам называется. Купмы еллар ердым дня курдым. Назлачилляр езым сипады. Сиңа хайтхайшхна туган ягам. Крэгэмэ шатлат сымады. А вот это я прям вслушиваюсь как в новый текст. Ну, давай, попробуем перевести. Я на минуточку. До 2013 года вообще у Татарстана не было гимна. Я не знаю, что вы там пели, но это официальный факт, что официальный гимн приняли только в 2013 году. Но я, на минуточку, я не жил в Татарстане, я что-то могу не знать. Но в Википедии так написано. Окей, мне не нравится такая Википедия, поэтому вернемся к переводу. Окей, давай. Куб хасырлар кишкен шел тарихлы. Про шел ты правильно сказал, это седой. Значит, седой историей. С древней старой историей. А кишкен? Кишкен, значит, пережил. Кубгосрлар кишкен. Да. Шел торихлы, донлы или... А донлы? Донлы славный. Славный. Да, это слава. Донлы, значит, моя страна со славой. Славная моя страна. Кубгосрлар кишкен, шел торихлы, донлы или... Узенбердостан. Узенбердостан? Достан — это общее тюркское слово. Ты, наверное, слышал. Ну, достан — это какой-то вид эпоса. Да. Узин бир достан, типа сам один. Ты сам, то есть страна, ты сама, как одно произведение, как один эпос, как народное творение, народное творчество. То есть это как бы, по сути, такое, ну, как бы про историю, что у татар великая, и у Татарстана большая история. Да, да. Окей. Кстати, Айнур, в Айда Онлайн в рубрике «Музыкальный татарский» вышел спецвыпуск песен про Татарстан. Там можно найти полный перевод гимна. Супер, спасибо большое, обязательно посмотрю. А теперь моя любимая рубрика «Татар-квиз».
В Эйде Онлайн вышел новый материал про татарский сленг. Я буду задавать вопросы по татарскому сленгу. Там всего 11 слов, а у нас вопросов будет только 3. А сколько слов? 11? 11, да. 11, а у нас 3. Ну окей, давай. Первый вопрос. Бринчи сыро. Что значит в татарском сленге слово «хэ»? «Эш», «ике», «бэр». Я сам часто это использую. Это сейчас, типа «хэзэр». Да. Ну, меня что-то пишут, Айнур, скинь там сценарий. Я говорю «хэ». Угу. И когда спрашивают, ты где? Как ты отвечаешь? Здесь. Да. Нет, обычно отвечают «хакилям». А, «хакилям». Сэмпай, да, «хакилям». Окей. То есть первый ответ правильный. Второй вопрос. «Икэнчэ сэро». Что значит в татарском сленге «аше»? Обычно в переписке это «а.ше.». Время пошло. «Эш», «ике», «дар». Нет идей. «Ош», «ош» — это мы говорим типа просто «хэ-ош». Окей, сдаюсь. «Хэ-ош» было, да? «Хэ-ош» было, окей. Я сдаюсь. «Аллаха шикар», «аше». То есть сокращенно в переписке обычно молодежь сокращает до первых букв, пишет «аше». Есть еще «а.б». «Алла бирсе»? Да, «алла бирсе», «аб». Кстати, вот это тоже для меня всегда был вопрос. Одни говорят «Алла бирсе», другие «Алла бирсе». И как это засунуть в сленг «аб»? И то, и другое будет «аб»? И то, и другое будет «аб». Окей. А, то есть второй ответ зачтен. А нет, не зачтен. Я увлеклась. Второй ответ не засчитывается. То есть у нас 2 вопроса и 1 балл. Девами тебес. У нас 4-я рубрика «Без татар сейчас селешебес». Мы традиционно будем говорить, обсуждать на татарском. Хайнур, миним шунды сро. Татарстанда сайо ларузда. В Татарстане прошли выборы. Хам, аня шунды халине селешерге тэгдимите. И предлагаю обсудить вот такое дело, ситуацию. Эйде без синим блян татарша. Шунды ситуация на кузалдына китрэбис. Син булашак депутат. Угу. Сине хазир пресс-конференция. Угу. Хам син нерсевер уагда итэшэксэн. Вагда мы проходили на прошлых подкастах, это обещание. Да. Вагда бирэрсэн. Я депутат, и я должен дать какие-то обещания, это пресс-конференция. Да. Ну, давай попробуем, окей. Айнур афэнди, сіз нинди программа тәқдим итәсіз? Біріншіден, біз бүтін кішілерге окша береміз. Чүнки кішілерге окшасыз еші бик ношар. Біз міне хәр гойләге, хәр укушыға, хәр укутушыға, хәр ярдәм, һәр кешегә ярдәм итәргә телибез, әмма мөмкинлек юк, әмма без бик нык телибез. Шуңа минем шундый вәгъдәләр. Беренчедән, без карыйбыз, ничек безнең бюджеттан акча, бюджетның акчаларын ничек тараталар. Бик нык итеп без карыйбыз. Аннан соң без мәктәпләргә тырышабыз татар телен кайтарырга. Без бүтін нәрсені шуның үшін үшілейбіз. Біз көбірек татар шаралар өткәрәбіз, татар тілін кіртәбіз түрлі жерлерге. Біздің үшін бұл бик мөхим біздің партия үшін. Хәм біз тілейбіз Қазанда түзірге музыкаль театр. Не шулай. Менен біздің вәгдәләр шунды. Керек музыкаль театр Қазанда. Біздің үшін тауыш берегіз. Менімше, оқша тұра зашақ біз дегеннен соң, енді сені бір кім тұңламай башылады. Нәрсе дегеннен соң? Оқша тұра табыз дегін. Мен башта ойладым, меня нендейдір қызық фикірлер сілерге, мен менім фикірлеріне, шуңа мен башта шоярдым. Оқша юк. Нүсіз держитесь. А сіз нақ болыңыз? А сейчас «биришмегс». «Держитесь» можно перевести как «биришмегс». «Мин биришмин». «Сез биришмегс». «Мин биришмин», «сез да биришмегс». «Сез да биришмегс». Айнур нам программу сын онладык.
На этом сегодня все. Еще больше. А ошибок не было? Ошибок не было. Ты прям прирожденный депутат, Айнур. Без единой заминки. Гладко стелешь. Биг шумасили. Спасибо. Шума, что значит? Ну, гладко. Шума. Ну, на сегодня у нас все. Еще больше материалов вы можете найти у нас на сайте и в наших социальных сетях. Учите татарский легко, в ежедневном формате. Подписывайтесь на нас везде, где нас можете найти. Айда онлайн в любой поисковой строке. И вот вы так нас найдете. Яхшы күннәр, матур атналар, шәп айлар. Сау булыгыз. Я ждала, когда ты скажешь. Бирешмәгез. Сәләмәт булыгыз. Айда подкаст. Учим татарский.